В преддверии Дня России в молодежном центре состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным новошахтинцам. На праздничном мероприятии присутствовали почетные гости. Хочу вас вот в этот торжественный момент предупредить о том, что ваша задача каждый раз задумываться за каждое движение, которое вы делаете. Каждый раз думать. Впереди большая, серьезная жизнь, и вы находитесь в таком прекрасном времени, когда вы можете еще что-то сделать. Ну, 14 лет, как бы, еще есть время изменить себя, изменить эту жизнь. Но изменить на хорошие моменты, на только позитивные моменты, которые дадут вам возможность вот приобрести какие-то дополнительные знания, дополнительный опыт, дополнительные спортивные профессии, позаниматься чем-то, что-то интересное найти в себя, покопаться в своей душе и сделать так, чтобы жизнь стала ваша интереснее и лучше. 7 молодых, талантливых новошахтинцев, достигших высоких результатов в учебе, спорте, конкурсах и олимпиадах, получили паспорта России из рук главы администрации города. От новошахтинского местного отделения движения первых Сергею Алексеевичу вручили знак движения. Главный документ россиянина не только дает молодому человеку права, но это и ответственность. Для меня это новая жизнь, новая ступень во взрослую жизнь. И мне кажется, что я повзрослела, получила свой первый документ. Паспорт – это переход для меня в новую взрослую жизнь. В первую очередь я несу ответственность за свои поступки. С этим приходят и новые возможности. Ну, и обязанности. Ну, вообще для меня паспорт – это новый этап жизни. То есть теперь я осознанно делаю все свои решения. Я знаю, что если что, я должна понести за свои действия ответственность.